Здорово. Итак. У нас есть аккумулятор, дискета, кодовый замок, стетоскоп, скальпель, степлер, ВДХ, молоток и кассета. На прошлом стриме мы смогли разгадать загадку, связанную с кодовым словом, да? И попасть все-таки в офис. Но по пути мы встретили призрака, который оказался вроде как неубиваемым. По всей видимости, он действительно неубиваемый. Так, тут у нас не хватает глаза, тут у нас пластинка, которая играет. Давайте сходим, все-таки, может быть... Ой-ой-ой. Он на месте. Потому что комната эта была вообще не осмотрена. Может, здесь что-то интересное пропущено было? Так, по крайней мере, тут у нас... Пропущена была дверь. Это вообще мы где? А, в детскую можно еще пройти. Где Диабло? Ну мне ж никто не написал, что Диабло, кроме тебя. Какой жуткий эксперимент. Похоже, не пропадает, да? По всей видимости, это призрак. А тут ничего нет. Ну ладно, давайте в детскую забуримся. Пожалуй, сюда можно что-то вставить. На Луну, похоже. Или месяц. Дневник ребенка. 15 ноября 1980 года. Мы сбежали из особняка, стараясь как можно меньше шуметь, и направились к порту у подножья холма. Мама была крайне взволнована, ей было трудно дышать, а на коже у нее появились... крупные волдыри. Мы достигли середины старого деревянного моста в 65 футах над рекой, когда с обеих сторон из-за деревьев показались люди в этих жутких костюмах. Мама обняла нас с сестрой и направилась к перилам. Преследователи медленно приближались к нам, и внезапно мост затрещал. Мама толкала нас все ближе и ближе к перилам. Одна из досок треснула, сестра закричала и мелькнула вниз. Я поймал ее за руку, но удержать у меня ее не хватило сил. И тогда она упала вниз. Я ничего не могла сделать. Мама успела отреагировать и тоже потеряла равновесие. Люди схватили нас и отвели к дедушке. Ною с каждой секундой маме становилось все хуже. Дедушка запер меня в камере. Он сказал, что никто меня не услышит, сколько бы я ни кричала. А еще он сказал, что поскольку сестра погибла, от меня теперь никакого толку, ведь для того, чтобы открыть дверь в склеп, нужны были обе. Когда он ушел, я осталась совсем одна, была заперта в камере, в которой единственным источником света была свеча. Я кричала и плакала до тех пор, пока совсем не выбилась из сил. Возможно... Это последние слова, которые я напишу. Скорее всего, здесь я и умру. За что нам все эти невзгоды? Как же мне
Хотелось бы, чтобы ты был рядом, папа. А где мы пропустили первую? Четвертое, это мы пришли к ней как раз. Вот куда дети пропали, понятно. Что-то становится ясным, да? Проясняется. Ну, видимо, та самая девочка, которая утонула, вроде как. Мы за нее как раз сейчас играем непосредственно. Так, мы идем сейчас с самого начала, потому что у нас есть ВДХ. В принципе, все, наверное, да? Больше идей мне никаких нету. Куда можно еще сходить? Привет. А ты теперь будешь за мной следовать везде? Я пытаюсь вспомнить, где бы было это зеркало. И что-то не помню вообще. В аптеке нет. В уборной нет. В кабинете дантиста. Не в кабинете ли дантиста? А, подождите, здесь все верно, все верно. В Калиста. Угу. Привет. Подождите, надо перезаряжать же.
Ну давай сюда выдыхай. А, подожди, там снизу, снизу еще же. А где лут с трупа? Что устраняет скрипы? Устраняет скрипы, устраняет влагу, очищает и защищает для смазки ржавых деталей, высвобождает заклинившие механизмы. Может, куда-то еще ее можно бахнуть? Нормально. Можно было догадаться. Блин, приехали вообще. Взял молоко, стрельнул. Такое чувство, что руки тянутся к подвешенным куклам. Ну вот найс, вот такое утром из окна увидишь и... Это будет последнее, что ты увидишь. Прикольно, скелет сиамских близнецов. Да ёб тебе за ногу, ну как так-то? Прикалываешься, дед? Жалко, что на призраке патроны потратил. Там около 10 на пульта было потрачено. Ну ладно, вот. Еще чуть-чуть нашли. Так, есть выход, окей. Ворот. Блин, я забываю про этот квадрат. Ё-моё. Что ты раньше не написал-то, а?
Вообще прям с головы выпадает. Предлагают сохраниться, ну давайте сохранимся. Тем более 7 штук у нас. Так, это было... Давайте на Б. Я что на берсерке писал? Не считается на том стриме. Картина маслом. Архангел размахивает оружием. М-м-м. 14 ноября 1980 года. Вильям, они забрали наших девочек. Отец подлил мне в напиток снотворное, но, к счастью, я вовремя успела догадаться. Я притворилась, что крепко сплю, а когда он в это поверил, встала с кровати и подкралась к переговорной. Из-под ее двери струился свет. Я приложил ухо к металлической поверхности и услышала голос отца и других мужчин. Все готово к проведению ритуала. Сестеру Вайлдбергер отвели в храм, сказал голос, который не был мне знаком. Отлично, если все пойдет по плану, я возглавлю секту Полукса. И вместе мы сможем вернуть этому миру спасителя, ответил отец. Затем друг за другом они направились в сторону мавзолея. Я обязана спасти девочек. Если мне не удастся их вызволить, надеюсь, ты сможешь меня простить. Я знаю, ты сделаешь то, что должен. Люблю тебя. Угу. Окей. Но он не смог. Оружием замахивается. Архангел размахивает опять оружие. Че, можно его разбить, интересно? Нет, нельзя. Что за загадка такая? Ноября. Что это было? Видимо, тут можно время выставить как-то и какое-то определенное, да? Сейчас 15.
Где я вообще лазю? Ты где? Это вот это что ли? А. Самое начало. Долгожданный день нашего спасения. Это надо день выставить, да? День спасения выставить. А какой день у них спасения? Четырнадцатое ноября получается. Наверное, не 14, а 15 тогда. Ну, я полночь поставлю. Где-то мы, у нас где-то было время указывалось в каком-то документе, что ли, или как? Ну, да, 14 вернем. Может, 3 часа, как всегда, стандартно. Хрен его знает, какое время тут надо поставить. Знаете что? Мне кажется, меч Архангела Михаила — это стрелка часовая. Смотрите, это тонкая. Перпендикулярно горизонту, да? Это насколько? Ну, сюда вот, да, это сколько, я хрен знает, сколько это на часах? 7 получается? 7 или 8? Ладно. Ага, вот тонкая. Тонкая прям вниз показывает практически.
Вот так вот получается. Вот это вот сюда показывает. И, наверное, это 14-е. Нет. Четырнадцатая, шестнадцатая, что ли? Подождите, была везде декабрь, да? 16 декабря везде было висело. Или 15 декабря везде висело. Она уже в записке говорила 14 ноября, да? Так, игра поломалась. О, нормально. Что я неправильно делаю? А не 1 января. Рождение Христа. Логично, наверное. Так он, подожди, он, Рождество Христово-то не... Не первого. А какого Рождества Христова? 27-го? Окей, Google, когда родился Иисус Христос? А, ну типа да, Рождество уже отсчитывается с 1 числа, да? Двадцать 5 декабря, говорят тут. Указано Секстом Юлием Африканом. Ну-ка, давай поверим. Откуда я должен знать, когда он там родился, блин? Не работает. Так, попытки, дата 25 декабря, 25 декабря, говорят. 25 декабря.
21 августа. Эта книга Урантии указывает на 21 августа вообще. Блин, тут какие-то вопросы. Нет, не работает. Так, что еще можно сделать? Ну, я вообще думаю, какая-то записка должна быть, нет? Ну, это суд. А может быть, и неправильно стрелки? Нет, ну правильно, наконечник же здесь, значит, все правильно, да. Тут, короче, по игре были разбросаны календари. Ищем календарь какой-нибудь. Где был календарь ближайший? Где-то здесь. Сейчас посмотрим просто календарь. Какое там число? Там вроде 16 декабря указано. Здесь еще нифига ничего не указано будет, наверное. Хера нету. Вроде в холле был, ну вроде бы там, где призрак появился. А в родильном помещении нет, вроде бы не было. Вроде здесь вот был календарь. Не, ну 8:15:25. Там на 3. Нет, в 3 часа родился Иисус. Что за? Блин, дайте мне хотя бы один календарь. Где я бегал, были календари. На стенах все висели. Стрелки не так поставил. Посмотрел решение загадки, получается. Чё, крашнулась игра или чё?
Нет, смотрите. То есть все-таки 25 декабря это правильно, да, было? Прогруз. То есть, значит, с Иисусом мы правильно определили, да? А почему стрелки неправильно? А, подожди. А почему они все сбилось, да? Окей. Ну вот это сюда. Вот это сюда, а это на 8. Понятно. Ясненько, все понятно было. Так. Я думал, здесь какой-то проход откроется, если честно. Все-таки 8, а не 7. Идем на второй этаж. В офис. Из тебя пиво. А что ж ты сразу не сказал, что стрелка не на 7, а на 8? Сразу бы сказал, было бы изи. Братишка. Точнее, это не братишка, а братуха. А что ж она так резко-то появляется? Еще и музыка не сразу играет. Где же глаз? Фантомас. Я что такое? Это классно. Так, ну это, наверное, самая сложная загадка, которую можно тут представить. Ох, я не знаю нот.
И я не могу это воспроизвести на слух. Потому что слух у меня отстой. Это Марк Антони. Я вот ни до, ре, ми, никак не си, ничего не знаю. Так, требую подсказки. Подсказка какая мне нужна? Первая подсказка мне нужна следующая. Правильно ли я думаю, что решение этой загадки связано с граммофоном, с вот этим вот? То бишь, мне надо на слух услышать то, что здесь играется, и воспроизвести там. Если это так, то мне нужны ноты того, что здесь происходит. Тира. Нет. Тира. Хрен его знает. Музыкант, ты так себе. Да, я не говорю, что я музыкант. А ты понимаешь, какая тут нота, что ли, играет? Правильно же считаю? До, ре, ми, фа, соль, ля, си, да? Сверху же до, по идее. Давай мурку. Ха-ха.
Может, Deep Purple еще сыграть? Че? Смотрим подсказку. Как решить эту загадку? Ну тут типа есть комбинация просто выдана. Я бы не решил никогда. А где дверь открылась? Смотрите, кошка что-то там орёт. Очень странная загадка. Там даже перебором бы хрен подберешь, да? Сколько комбинаций может быть? Тем более надо 6 кнопок нажать. Понятно, короче. Не жалею. Посмотрел решение. Деваха, получается, да? Благодаря незнакомке мне удалось выбраться из камеры, изо всех сил стараясь получше спрятаться в особняке. Я изо всех сил стараюсь спрятаться получше в особняке, но дедушка и люди в странных костюмах снова меня нашли. В этот раз они отвели меня в коллектор сточных вод под семейным склепом. Дедушка сказал, что теперь бежать не получится, и что крики и мольбы мне не помогут. А потом он запер дверь и ушел, к счастью. Он не заметил зажигалку и фонарь, который я нашла в особняке. Я обнаружила комнату, похожую на спальню. Там была грязная постель, электричество и даже рабочий телеприемник. А еще коробки с едой и водопровод с питьевой водой. Вновь вонь там стояла невыносимая. Мне сразу вспомнился один из людей в костюмах. Тот, что ударил маму, когда она пыталась отвязать нас от железных крестов. Со дня моей последней записи прошло 7 лет. Я не сошла с ума.
лишь благодаря телевизору, который принимает только местный канал. Иногда я спрашиваю себя, что заставляет меня цепляться за жизнь. Ни хрена себе, 7 лет она жила. У меня на коже стали появляться волдыри, ощущение, как при ожогах. С каждым днем аппетит становится все хуже, а рвота только усиливается. Что-то непонятное берет надо мной вверх, что-то плохое. По ночам я слушаю бряцанье металла за дверью в подземный храм. Спустя все эти годы я все еще не могу уснуть, когда слышу эти звуки. Что, с ума сошла, что ли? 7 лет тут что-то жрала. Скажи мне, Взис, а ты бы решил эту загадку? Пиво в печень крестный вечен. Ты бы решил, мог бы решить эту загадку? На слух вот так вот. Марта 27 года, наконец-то моя жизнь обрела смысл, благодаря этой книге и воле создателя я познал истину. И вот я стою внутри священного храма, в присутствии Бога, жаждущего быть возрожденным, и я ясно вижу свое предназначение. Я решил посвятить свою жизнь возрождению секты Полукса. Объединив усилия, мы вернем спасителя, чтобы он принес свет в этот грешный мир. С нотами? Ну да. Нет. А, карточка деда, походу. Электрический стул зачем-то здесь. Нет, я бы не набрал такую комбинацию вообще бы никогда в жизни, наверное. Не догадался бы, как это. Что, 1, 2, 6, 6, 1, 2 набрать? Это как так? Не, ну можно было, наверное, решить... Вообще, где мы лазим? Можно было пойти в музыкальную школу, наверное, отучиться там несколько лет и решить эту загадку, я думаю. Это единственный вариант, который я могу предложить, да? Так, на мансарду нам не надо, нам надо в этот. А что там было у детей? А, там луны не хватало какой-то. Так, что мы сейчас засеемся, наверное? На всякий пожарный, потому что здесь какие-то пролаги были. Ну тогда. То есть смотри, какая у нас статистика на музыкантов, да, на людей, которые разбираются с нотами и могут на слух определить, да, что за нота играет. По статистике, как, ну, сколько людей? Или не играет такую хрень? Ну, к примеру, да, вот так вот, если, ну, допустим, возьмем, да, вот, грубо, там, 50%, да, людей, которые не, на слух не могут определить ноты. Получается, 50% людей не смогут пройти эту загадку. Честно, да? Thank you.
Тут декабрь 16. Помню, в третьем резиденте тоже была какая-то загадка на... с музыкальной шкатулкой связана. А, нет, допустим, во втором Silent Hill. Но там просто надо мелодию воспроизвести. Как бы это проще. Там вариантов как бы не так уж и много. А в третьем резиденте, который ванильный, я что-то не помню, как тоже какой-то затуп был. С какой-то шкатулкой музыкальной. Это, по-моему, тоже долго решали, но решить смогли все-таки. Тогда нам сколько-то лет-то? Лет 12, наверное, было. Но здесь какой-то перебор. Зря я там сосейвился, да, можно было здесь сосейвиться. Ну кто же знал, что здесь сейв будет у нас? Смайлики кармика получить. Ну, во-первых, надо быть подписанным на кармика, а во-вторых, надо за баллы их заполучить, которые начисляются при просмотре. При просмотре стримов. Бой, как они называются, надо быть. Короче, падают. О, ножки спрятались. Ну, правильно, не надо вот так вот, можно и это. Застудить. О, здорово. Что не китает? Тормозные пацаны эти. Другую дверь идти, да, наверное, в ту самую. В ту дверь идти со знаками. Плацкарт. Москва, Владивосток.
Не следовало тебе сюда входить. Медная дверь. Деревянная дверь. Золотая дверь. Какая-то загадка, да, значит? Я готовлюсь к новому приключению. Я лишь желаю найти то, чего ищет любой активный человек, стремящийся избежать бедности. Я упал в море, но так и не научился плавать. Я на глубине 3 футов под водой. Мое единственное желание – иметь то, что было с нами на протяжении всех наших жизней. Иначе мне не жизнь, не жить. Земля под ногами? Земля надо под ногами. Блин, ну, наверное, золото правильно, да, заходим сначала. А теперь что делать? Что это? Тлеющие угли. Воздух, наверное, может быть. Кислород? Кислород с нами был. А, меня спас экипаж моряков, но мы заблудились. Я хочу следовать за светом звезд Малой Медведицы в ночном небе. На север, соответственно. Свирепый шторм затопил лодку. Скоро мы полностью... уйдем под воду. В этих минуты отчаяния моя единственная цель — найти то, что не даст мне утонуть. Дерево. Где деревянная дверь? Ты деревянная дверь. Деревянная дверь. Ну, кислород же, да, я уже гадал. Понятно, короче, опять начал вернуть. Золото опять. Подожди, это точно та же самая загадка? Блин, что-то неправильно было сделано. Золото. Кислород. Медведица. Это север. Что не даст тебе утонуть? Плод. Ну, земля под ногами, нет? Понятно, значит, неправильно. Ладно, сейчас будем методом. Так, что там у нас потом? Кислород. Потом был север.
Быстрее надо, походу, читать. Так, единственная цель — найти то, что не даст мне утонуть. Что не даст тебе утонуть? Плот какой-нибудь тебе не даст утонуть. Значит, дерево. Дерево плавает, да? Это же дерево. Деревянная дверь. Но также тебе не даст утонуть земля под ногами. Хотя, в принципе, если стоять на земле и окунуть голову в лужу, то можно утонуть. Что не даст ему утонуть? Ну я же заходил в деревянную дверь. Затопил лодку. Дерево, я не знаю. Дерево? Так, ну, а почему сейчас работало? Я дрейфую в открытом море, в полном одиночестве. Я вглядываюсь в горизонт, надеясь увидеть в небесах чаек. Землю ищет. Я очнулся на необитаемом острове, приближается ночь, но я должен кое-что успеть до того, как мир погрузится во тьму, а холод пронзит мое тело до самых костей. Развести огонь. Ну, либо дрова. Подожди, здесь. Ну, развести костер. Прошло уже несколько дней, я до сих пор не увидел ни одной лодки на горизонте. Здесь я и умру. Другого не дано. Прежде чем я навсегда закрою глаза, я должен еще раз увидеть закатное солнце на горизонте. А, бронзовое, да? Бронзу. Подожди, медь. Медь, дерево. Железо. Золото. Так, либо золото, либо медь. Прежде чем я всегда закрою глаза, я должен еще увидеть закатное солнце на горизонте. Солнце на горизонте становится красновато ярким, значит, это медь. Угадал. Ебать, блядь. Так, давай не рассматривать будем, а... А почему этот чувак умер с одной пули, а этот нет? Потому что я в спину. А, запад. Запад. Ответ был. Точно, на западе солнце же садится, нифига себе. А я думал, подумал про цвет. Цвет заката.
Бункер 3В. Либо 3Б. Солнце зашло за край плоской земли. Хорошо. 7 сентября 1979 года. Близнецам уже по 8 лет. Они носятся по дому, а пациенты и персонал клиники балуют их без меры. Члены секты теряют терпение. Они считают, что девочек пора принести жертву. Мне удалось снять напряжение, назначив дату проведения ритуала. 26 ноября 1979 года. Сегодня Анна и Эмма подарили мне пару... шлепанцев, которые сами же и смастерили. Похоже, один шила Анна, а второй Эмма. Это объясняет тот факт, что шлепанцы разного размера, и все же в них довольно удобно. Дата жертвоприношения приближается, и я потерял сон. В конце 15 века на островах западу от берегов Канады было обнаружено племя аборигенов, называющих себя тисмуитами. Основным их промыслом было рыболовство. Примечательный тот факт, что в отличие от прочих племен этого периода, тисмуиты устраивали жертвенные ритуалы, аналогичные ритуалам майя и ацтекам. Так, согласно отчету первых исследователей, отправленных на остров Джоном Кэбботом, аборигены принесли в жертву двух братьев-близнецов, а их кровь использовали в качестве подношения подземному богу, который, если верить легенде, должен переродиться и вернуться в наш мир. Дуализм? Шприц, наполненный жидкостью синего цвета. Противоядие. Ой. Что за противоядие? Кали. Может, только себе, точнее, кому-то вколоть, видимо. Где музыка? Музыки шагов не слышу вообще. Пропали? О. Тайных собраний. Блин. Где я вообще лазю?
Дневник Ноя, 7 ноября 1967 года. Годами я проклинал свою судьбу, я всегда считал, что меня лишили прав на порождение, ведь мой брат-близнец умер во время родов. Я возненавидел свою мать, возненавидел врачей, а более всего я возненавидел самого себя. Мы должны были принести свою кровь в жертву богам и сектам. Секта не станет приносить в жертву одного ребенка, им нужны братья-близнецы, иначе наш бог не вырастет. Но теперь я все понял. Моя роль в перерождении Бога заключается не в том, чтобы отдать свою кровь, а в том, чтобы вести секту Полукса этим священным путем. Не похоже на картину, неужели фотография? Чьё-то сердце на кресте. Так, чё, всё? Полукса, полусукса. Привет, для тебя последняя пуля. К сожалению, теперь у меня что-то нельзя этих еще. Полукс, бета-гем, бета-близнецов, бета-близнецов. Ярчайшая звезда в созвездии близнецов. И 17-я по яркости звезда неба. Найс. Чё? Что, руку тебе дать? Или что, надо послушать ее? И поджечь? Куда применить-то? Странно, что ничего активного нету. Что я должен сделать? Фрэджайл, хрупкая. Угу. А, вот здесь проход есть. На золотой пластине выгравлена надпись. Прекрасный Архангел 2 едва приподнял палец.
Золотой блеск его кольца чуть не ослепил меня. А затем внезапно врата ада распахнулись настежь лишь для меня. Большой мраморный надгробие. Над ним скульптура молодой женщины с цветами кадупула в руках. К аромату листов примешивается трупное зловоние. Что сделать-то надо? Странно, то от двух умирает, то не умирает от двух. О, подождите, что это тут? Давайте-ка назад вернемся. Третье. 16 августа 1969 года. У членов секты заканчивается терпение, близнецов становится все меньше, а наши попытки намеренно вызвать их зачатие у подопытных провалились. Все полученные нами образцы представляли собой уродливые сросшиеся утробные плоды, не способные к длительному выживанию после кесарево сечения. Если ничего не изменится, я потеряю свой пост верховного жреца секты Полукса. Я опасаюсь, что без моего руководства остальные члены секты утратят всякую бдительность, а это может привести к разоблачению нашего культа. Дальше. Блин, я потом замучусь выбираться отсюда.
6. 19 марта 1991 года. Иногда по ночам я вижу сон во сне. Ветерок танцует в аромате цветов и ласкает мое лицо. После полуденное солнце окрашивает облака за горным кряжем и постельные тона. Сердце мое наполняется радостью. Я стою на красивом балконе, уставленном пышущими жизнью цветами и растениями. Я возвращаюсь к себе в комнату, стены которой украшают роскошные зеленые обои. В комнате царит чудесный аромат лаванды. Прямо передо мной большое зеркало. Я подхожу к нему и не в силах противиться любопытству. И в его стекле появляется мое отражение. Да, это я, хотя не совсем я. У девушки в отражении чистые и ухоженные волосы, ее гладкая кожа едва не светится от легкого загара, а губы алые, как спелые ягоды. Несколько мгновений я любуюсь ею, испытывая лишь зависть, а затем внезапно все внутри меня сжимается. Меня отравляет ярость, глаза наливаются кровью. Я повинуюсь убийственному инстинкту и бросаясь к шее девушки. Она так похожа на меня, и все же растерянный взгляд выдает в ней самозванку. Под пальцами я чувствую давление крови в ее сонной артерии. Ее губы пытаются произвести какое-то слово, но я только усиливаю хватку, боясь того, что она может сказать. Я сжимаю ей горло все еще сильнее. И тогда я просыпаюсь в темноте, мокрая от пота, звук сон сточных вод и сквозняк заставляет меня осознать, что я в своей комнате. Аромат лаванды на миг задерживается, парит в воздухе, а затем и он улетучивается за прутья решетки. Чё она сюда, как она сюда дошла и оставила здесь эти записочки? Ой, откуда я выполз-то? Там еще кто-то бродит. Там кто-то бродит. И там дверь еще есть. Это что за дверь? Теперь не заперта. А-а-а, куда она шла? Куда шла эта дверь? Самое начало подземелья, понятно. Так, отсюда я пришел. Откуда тут появился, а? Братик, ты оттуда его выполз или как? Что, тебе ничего нету? Так, надо перезарядить. Блин, надеюсь, у меня к финальному боссу что-нибудь останется.
переключатель от старого телевизора. Интересно. Так, а там дальше можно было пройти вот здесь вот по краю? Ага, тут был записан. Журнальчик. Детские каракули, нарисованные коровой. Так, кладовая. Ладно, в кладовую можно сходить. Ой, тут есть. Ой. Здесь кто-то жил. Похоже, сломан замок, не поддается. Ладно, сейчас. Emma, don't come to the vault. Save yourself from hell. Emma, не спускайся в склеп, иначе пойдешь прямиком в ад. It's a warning for Emma, one of the missing twins. Одной из пропавших двойняшек. It may be possible that one of the girls is inside the vault. I must find. Нужно найти способ туда пробраться. Что тут? Хилка. Так, 6 января 1994 года в мою тюрьму пришел дедушка Ной, в руке он держал револьвер. Когда я обернулась к нему, он отступил, но пистолет не отпустил. «Ты жива?» – произнес он удивительно. «Спустя все эти годы ты жива. Ты была потрясена. Я была потрясена. Это был он в самом деле». Дедушка сам в эфире, да? Тот самый человек, который посадил меня в заточение и держал в неволе все эти годы. Хотелось наброситься на него, но он направил на меня пистолет, и еще я очень хорошо понимала, в каком ужасном физическом состоянии я тогда была. Весьма удачное стечение обстоятельств. Господне знамение, продолжил он. Наконец-то двойняшки Вайлдберг воссоединятся. Когда сюда прибудет Анна, я наконец-то открою склеп и доберусь до храма. Потерпи еще немного, дитя мое, совсем чуть-чуть. А затем он удалился, не оглядываясь. Я пошла за ним к выходу, но, как и ожидала, он запер за собой дверь. Это последние слова, которые я напишу. Долгие годы я была здесь узником, но если он решит, что может управиться... управлять моей судьбой, он ошибается. Вход в храм защищен сканером на сетчатке двух пар глаз, принадлежащих двойняшкам. Ему нужны мы обе, Эмма и я. Мои глаза он не получит, я остановлю его. Лезвие раскалено до красна. Я должна это сделать. Так, понятно, зачем он нам вырезал один глаз. Эмма, если ты это прочешь, ты должна выжить любой ценой. Живи полноценной жизнью, забудь обо мне, если увидишь отца. Не говори ему о том, что я была пленницей все эти годы. То, что я собираюсь с собой сделать, не хочу, чтобы он увидел меня такой. Это будет моим последним решением в моей жизни. 48-4-36, окей. Мы сейчас ходим еще в другую сторону. В другую сторону сходим.
туда еще сходим. И засейвимся. Ага, а тут ничего нет. Ну все тогда. Или что, попробуем решить загадку? Может, выдыхай его? А, можно, кстати, его, наверное... Нет. Ладно. А, стойте. Свечки. Спальня Каролины. What? Is this my room? But this is hundreds of miles away from the mansion. How can this be? Такое возможно? Мой дневник. Прошлой ночью это снова случилось. Мне приснился тот самый кошмар, сон, в котором я попадаю в пропасть, крепко зажмуриваясь, и когда в спину мне бьет ледяной холод, тогда я, наконец, открываю глаза и вижу, как по каменным ложбинкам и трубам течет грязная вода. Трубы уходят вглубь бесконечных тоннелей с арочными потолками. Какие-то люди отбрасывают искаженные тени на покрытые плесенью стены. Один из людей, одетых в костюмы радиационной защиты, хватает меня за руку и вопит страшным голосом. Да начнется ритуал. Я просыпаюсь в дурном пахнущем поту, срывая себя простыни, касаюсь ногами пола и понимаю, что он тоже мокрый. Я включаю свет и обнаруживаю, что я не у себя в комнате, стены испачканы, а окно, выходившее на улицу, превратилось в проем, ведущий в темный тоннель, по которому текут нечистоты. Онемев, я встаю с кровати, меня окатывает волна холодного и зловонного воздуха, я бросаю взгляд в зеркало и вижу на себе жалкие лохмотья, мои волосы давно не мыты и утратили свой блеск. Я напугана и в полном замешательстве, кажется, в зеркале мое отражение, но в глазах есть нечто такое, чего я не узнаю. Девушка по другую сторону зеркала протягивает ко мне руки и хватает меня за шею. Ты оставила нас здесь. И тут я просыпаюсь в своей комнате, в окно струится свет уличных фонарей, вычерчивая силуэты деревьев. Я медленно убираю руки со своей шеи, и тут включается телевизор. Я пробую ущипнуть себя, чтобы убедиться, что я больше не сплю. Переключатели поворачиваются то вправо, то влево, и телевизор показывает будто бы случайные картинки, но всегда одни и те же. Господи, у тебя эта кукла здесь? Двуголовая. Ты вообще в порядке? Чё? Снаружи ясный день.
Так, какой там пароль у нас был? Двадцать восемь четыреста тридцать шесть. 28 436. 20. Блин. Не так это работает. Неудивительно, что тут кукуха вытекла, ну да. 2, 8, 4, 3, 6. Все верно, я пробил, так нет. Или... Сколько этих положений? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ага. Раз, два. Двенадцать, 11, 10, 9, 8. 4 теперь. Раз, два, три, 4. 3. 3. Надо по изображениям поскакать. Оно показывает в ту сторону, в ту вращается. 2, 8, 4, 3, 6. Ставим. Раз, два. Восьмерка. 12, 11, 10, 9, 8. 4 ставим. Раз, два, три, 4. Потом 3, 6. Может, наоборот тогда делать? Двойка, да? Двойка. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 6, 5, 4. Два, три и шесть, потом пять. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Ну, значит, про картинки говорила. Четыре, восемь, два, восемь, четыре, три, шесть. Как еще можно пробить? А,
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Понятно. Три колеса. Инь-янь, два. Два. Восемь. Четыре ищем. Четырехлистный клевер. Три колеса. Что-то шесть должно быть. Гениально. Ожерелье с изображением солнца. Эмма. Это гениально же. Фига себе. Изображение луны. Угу. Ну что, все, можно идти. Загадки, да, загадки уровень бог. Испугала меня. Хрень это летающая, а? Не сестренка ли это наша? Интересно. А что там у нас есть заряд вообще? Какой-нибудь два заряда. Это зелебоба, блин. Загадки в игре прям nice, вот, ну, за исключением этой музыкальной. Зефирный человек. My head. What is this? I know this song. I know it. It's the song my sister and I used to listen to when we were children. My sister Anna. I remember. I am Emma, the girl who fell from the bridge 14 years ago. All this time, I've kept the traumatic memories hidden inside my head, but this song has set them free. Anna, you have been alone in the dark this whole time. I don't know if you are still there, but I promise I will do everything in my power to find you. It's time to find out what's behind the vault door in the sewers.
Рыболовный крючок. «15 ноября 1980 года. Нарушив мамин запрет, мы решили исследовать лес неподалеку от сада. Сперва было интересно, но услышав звуки ударов и крики, я испугалась и предложила Эми вернуться в дом. Она же настояла на том, что мы должны выяснить источник этих звуков. Она пошла вперед, и я последовала за ней». На одной из прогалин мы увидели троих мужчин, одетых в странные костюмы. Они стояли у высокой скалы, исписанной символами, и били молотками по мешку, покрытому красными пятнами, который, казалось, корчился от ударов. Один из мужчин облил мешок какой-то жидкостью, а затем они его подожгли. Тогда мешок задергался еще сильнее. От испуга я сломала хворостинку, которую принесла с собой. Мужчины, обернувшись в нашу сторону, и стали указывать на нас пальцем. Я схватила Эмму за руку и побежала прочь. Нам пришлось продираться сквозь колючий кустарник, прислушиваясь к затихающим голосам преследователей. Тогда мы, наконец, достигли особняка. Платья, шитые для нас мамой, были изорваны в клочья. Понятно. Вот. Двуглавая кукла забавная казалась, конечно. А зачем мне крючок? Чё я буду ловить на нём? Надо поймать рыбу какую-нибудь. Ну что, это финал получается? Мы успеем сейчас закончить игру? Куда нашел? Что прикол? Еще одна кассета. Куда батя-то ушел? Тебя не смущает, что труп ушел куда-то? Так, мы будем сохраняться. Ну и как раз кассету снять. I found a little room in the sewers. I can't help but feel that this is the place I've seen in my darkest nightmares. The stench, the cold, the dirt, the wet. It all resembles the horrible nightmares I've been having lately. The mirror in this room takes me to my actual room, miles away from the hospital. I looked out the big window in my room and had to gather all my willpower not to shatter the mirror behind me, open the window, and jump out into the yard. Something inside me knows that this is where I should be. I have to help those girls. One of them is in the sewers. I need to find a way to help them.
Ну, давайте поглядим. Что тут за дантист такой? Можно свалить сразу. Что-то ничего нету, что ли? Ничего нет, ладно. Это я, нифига себе. Она сама себе глаз вырезает. Ну ты жесткая деваха, конечно. Господи. Мой правый глаз. Жесть, конечно, ты вообще безбашенная. Прошлой ночью в особняк проникла незваная гостья, детская молодая женщина, не знаю, каковы были ее намерения, да и не особо хочу знать. Я ударил ее по голове куском трубы, признаю, что это был не очень мудрый поступок. Ударь я ее чуть сильнее, и она бы не выжила. И тогда я лишился бы потенциальной подопытной. Это священник, да, она была? Сейчас она лежит без сознания на искусственной вентиляции легких. Когда ее состояние стабилизируется, я веду ей кровь Марии. Я близок к тому, чтобы найти лекарство. Только дождись меня, Мария, осталось совсем чуть-чуть. А, ну это был батя. Это батя. Батя не узнал свою дочь. Прикиньте. Жесть. Ну все, чё? Зачем мне крючок? Даю тебе. Как же бесит, а? Вот идешь такой, думаешь, сейчас появится? Нет, вроде тишина. Сейчас появится? Нет, вроде тишина. Сейчас появится? Да, сейчас появится. Мудила, блин.
Блин, она была засейвиться. А где у нас тут сейф-то рядом был? Ну, там и был. Ну, в принципе... Ну, ладно, чё. Ну, туда и... Не суды опять, блин. А что мы с глазом сделаем? Скомбинируем его вот так вот? Прикольно. Там бункер. Жертвоприношение. Забирай глаз. Стена не настоящая. Grandfather Noah? Now I remember you. Oh God, you have your memories back. Then you remember that your stupid mother stopped me from sacrificing you and your sister. A sacrifice that could have brought back our savior. Well, God took care of her. He made her pay for her sins. This is all your fault. Did you kill my father too? The radiation that comes from the sacred placenta is extremely harmful to us, impure and worthless beings. For years, Bertram and his son William after him tried to find a cure for the effects of radiation. Today, William succeeded. With this accomplished, I have no use for him anymore. May God welcome him into his realm. You will pay for this, Noah. What have you done to my sister? Where is she? Your sister is just another tool for me to awaken our savior. Follow me if you want your answers. Пойдем. Hey, wait! Where do you think you're going? Ты уже сказал, ступай за мной, что-то. Блин, а дневник деда-то не весь у нас, не полный почему-то.
14 ноября 80-го года Мария сбежала вместе с девочками. Я останусь в храме, запру вход изнутри и постараюсь как можно дольше не впускать сюда остальных членов секты. Семи пуль должно хватить, но я постараюсь не тратить их впустую. Вильям, я не надеюсь, что ты простишь меня, поэтому нет прощения. Если ты увидишь хоть одно из этих писем, знай, что я очень сожалею о содеянном, сожалею о своей искренности, со всей искренностью, на которую еще способна моя гнилая душа. Так, патрончики, найс. Что-то у нас. Что за бункеры довоенные, а? Очередные загадки. Вот зачем нам замок, понятно. Я думал, зачем нам замок нужен этот? I don't know what terrors I'll face below, but if Anna is there, I will find her, no matter what. Лестница в бункер. Дорожки. Блин, еще не помер, что ли? Что это такое? Ловушка какая-то. Окей, комбинируем. Записулечка номер 2. Дневник члена секты. Прошло уже полгода с тех пор, как треклятый Бертрам запечатал склеп изнутри. Я с трудом узнаю самого себя. Нас же обязаны были защитить от радиации. Мы должны были стать избранными. Что же произошло? Неужели мы недостойны? Наши костюмы годятся лишь на то, чтобы замедлить процесс отравление крови. Бертрам обещал нам лекарство, но после нескольких месяцев я утратил всякую надежду. Обманул, получается. А что, у вас тут сидели, что ли, общались на туалетах, прям как в армейке? Интересно у вас тут было. А внизу бункер нет. Ну... по всей видимости, дед Ной. Так, подождите, а что там за лестница была тогда?
Вот это вот лестница. Что это за лестница вообще? А, понятно. Журнал бригадира монтёров. Вчера я пробовал откачать бензин в канистру, но сколько ни вертел заглушку, мне не удалось выцедить ни капли, хотя емкость заполнена. Я рассказал о происшедшем боссу, и он выглядел крайне разочарованным. Он схватил 3 заглушки, велел дождаться его и удалился. Через четверть часа он вернулся с полной канистрой бензина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ага. Заглушка у нас пока только одна. Сентября 1971 года у нас получилось, после множества неудачных попыток с предыдущими подопытными, нам наконец-то удалось получить 2 здоровых двойняшек. Я не знаю, сможем ли мы повторить наш успех, но это уже прогресс. Мы продолжим, пока подопытные достигнут 10-летнего возраста, и принесем их в жертву. К тому же удача принесла покой в души членов нашей секты. Это что, типа ловушка или что? Кармик чуть не умер на этой загадке. Я растратил один заряд. А нет, не растратил. Побежать, наверное, да? Тут есть сейф где-нибудь. 12 марта 1979 года. Кипящая вода очищает тело, принесенных в жертву от скверных греха. С каждой попыткой я все явственнее ощущаю приближение Создателя. Понятно.
Дисковый, да дохрена. Привет, скелетон. Так. Блин, а будет же сейф у меня тут, а? Блин, надо мне сейф. Сейф нужен. Сейф, 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 сейф. Где тут сейф? Не говорит, что мне назад бежать. В комнату к этой девахе. Сестрюхи. Так, ладно, что ж, я чувствую, что уже где-то конец здесь будет, но я не успеваю. Я не успеваю по времени. Поэтому мы на сегодня закончим, плюс еще надо загадку решить. Она, по всей видимости, еще и сложная, да? Поэтому на сегодня все, спасибо за внимание. Ну, 3 штуки я собрал. Там же было 3 написано, значит, можно решать уже, да, идти. Все, и поэтому на сегодня все. БЦ, БЦ, БЦ. Где там у нас было? 18 минут последнее. Вот сюда сохраняем. Увидимся. I'm Emma. I remember everything. I fell into the river from the bridge all these years ago. Noah is keeping my sister Anna in the underground bunker. He is the one who has engineered all of this. He has had my sister in captivity all this time. I won't let Noah hurt her any longer. This ends now. Хорошо.